Хорошая картинка, правда? Кипр. 3 мая. Город Пафос. Отель называется Coral Beach. 5-звездочный отель. Хорош. Неплохо. Только что пришел с завтрака и имел разговор. Вот хочу вам поделиться с вами. Сижу, завтракаю один. Подходит парень из нашей группы. Мужчина уже, не мальчик такой. И говорит: слушай, мне нужны типа свободные уши. Я весь в гневе, хочу на кого-то вылить. Спустить пар, короче, поговорить с тобой хочу. А такой положительный человек. Я говорю: ну конечно, давай. Говорит: ты представляешь, ты же видишь, весь отель перезаполнен французами. Они тут все оккупировали. Оказывается, это французы военные, вернувшиеся из Афганистана, проходят реабилитацию здесь. Они заполнили в бассейне, они в джакузи, они, значит, в караоке, они никого не видят, никого не слышат, значит, ведут себя вызывающе. И говорит: я уже начинаю напрягаться. Куда ни придешь, они все оккупировали, ничем не воспользуются, никуда не пойти, в бассейн не войти, в джакузи не войти, в спортзал не войти, туда ведут себя военные после страшных битв в Афганистане. И говорит: ты представляешь, что меня больше всего бесит? И говорит: я уж терпеливый человек, спокойный. Но сейчас вот разговаривал, наши девчонки русские, там какие-то женщины русские, жалеют их. Да они же в Афганистане были, они бедные воевали, у них нервный срыв, психологическая травма там и так далее. И начинает мне жаловаться, говорит, не жаловаться, а делиться. Говорит: ты представляешь, а я с первой дивизии, которая была, значит, введена в Афганистан в советское время, вошел туда, мои ребята гибли. На моих глазах погибали. Кто-нибудь хоть раз, говорит, мне что-нибудь спасибо сказал хотя бы? А я, говорит, в Чернобыль добровольцем поехал в первый же месяц. Хоть одну копейку мне заплатили за это? Потому что платят и то там копейки только тем, кто был мобилизован, призван там и по роду службы туда поехал. А я добровольно один из города туда рванул. И сейчас, когда я слышу, как наши русские женщины, значит, беспокоятся об французах, то, говорит, в душе все кипит. Как я его понимаю, слушайте. И мы с ним стали рассуждать на эту тему и пришли к выводу, что мы русские, ну, бывшие советские, дураки в основном. В том смысле, что мы себя не уважаем как надо, не ценим, не любим, не умеем воспользоваться прелестями жизни, потребовать свое законное, по праву принадлежащее нам. Живем так. Французы перенапряглись в Афганистане. Поэтому нас везде и используют, имеют, и переделывают историю. И оказывается, американцы Гитлера победили, оказывается, французы их замочили, немцев, а не русские ребята, которые там клали миллионами, устилали дорогу к победе. В жизни своих. На фоне такой красоты вдруг вспомнить о том, что тебя Родина не любит, неприятно. А французов, видишь ты, на Кипр отправили. Я плавал, я ему рассказал, что я плавал в море, и рассказал ему, что я столько провел месяцев в море, и мы же плавали против американцев. Боролись с американским империализмом. Американские корабли, и мы рядом. Наша лодка и их противолодочные силы. И вот месяцами в Индийском океане, месяцами, не один месяц, не два, не три, не четыре, не пять, не семь, не десять, и не одиннадцать, и не пятнадцать, а по 18 месяцев, не вынимая. У мужиков простатит уже давно. Уже жены поразбежались. По углам, по-разному. А они все Родине служат. За 3 копейки. Я рассказал, что сына увидел первый раз, когда ему исполнилось 9 месяцев. Я пришел с моря, ему 9 месяцев, он начал ходить. Папаша явился. О, у меня сын, оказывается. За что мы служили?
работали. Да и сейчас люди продолжают. И мы пришли к общему выводу, что надо думать о себе с большим уважением. Надо заботиться о своей семье, надо делать усилия. Если государство тебя, родина тебя недолюбливает, долюбливай себя сам. Делай дело, делай бизнес. Старайся, трудись, вкладывайся, совершенствуйся. Делайся лучше и начинай себя ценить. Не будешь себя ценить сам, никто тебя не оценит. Короче, вывод у нас один. Разбогатеть, стать свободными и помочь большому количеству людей, кто захочет увидеть эту возможность. Помочь им, поддержать на первых порах, дать им такой шанс. Тем более, что цены на бензин продолжают расти. И не только на бензин, но еще и на дизельное топливо. Всего вам доброго. Подумайте над тем, что я сказал. Привет вам с Кипра.